Добрый день! Сегодня мы хотим представить вам наш новый курс моделирования и пошив вот такой вот блузы из хлопка. К этой блузе я предоставляю еще несколько эскизов о том, какие еще блузы можно сделать, освоив вот те технологические узлы, которые мы дали здесь. Для чего мы сделали этот курс? Для того, чтобы вы всегда очень быстро могли обновить свой гардероб и быть разнообразными. И напоминаю, что у нас первые две недели после выпуска курса действует скидка 25%. Не упустите свой шанс. Добрый день, вы на канале Модной практики. Напоминаем, что у нас видео выходит каждый день. Сегодня хочу вам показать свой новый костюм, который только что мне сшили, сегодня закончили. У нас в интернет-магазине, в тканевом бутике есть вот такая ткань в полоску. Рыжая такая золотистая полоска. И такая светлая полоска. Ткань очень плотный хлопок. Такой достаточно плотный хлопок с добавками. Очень приятный на самом деле. Мои любимые широкие укороченные штаны. Вот они. С карманами. Очень люблю такие брюки. Думаю, что я их смогу носить с футболками, какими-то рубашечками, какими-то маечками. Как бы, ну, это все еще впереди. Буду думать еще, с чем можно носить. И вот такой жилет в виде... В виде вот такого жакета. Видите, какой классический у него верх. Ну, мне стало скучно, что эти полоски расположены все вдоль и вдоль. И я вот здесь вот сделала вот такую вот доставку. Ну, как говорится, добавила дизайна. Вот такую вот доставочку, чтобы вот здесь вот была полоска поперек. И на воротнике, видите, как расположила полосы. А карманы накладные, вот тут у меня вот такие большие накладные карманы, мне пришлось расположить уже вот здесь точно по полоске, чтобы они уже не выделялись. Очень мне нравится такой жакет. Конечно, в большей части я его буду носить вот так вот в распашку, в расстегнутом виде. Может быть, с какой-то футболкой. Но у меня сейчас футболки нет, поэтому я расстегнуться не могу. Показываю вам, как есть. Смотрите внимательно, как это выглядит. Брюки, жилет. Сейчас рассмотрим, я разденусь. Покажу вам на столе, как это все выглядит с изнанки, снаружи. Расскажу о тех технологических узлах, которые здесь использовались. Операции. Мои любимые брюки широкие, укороченные. Смотрим. Жакетик, маленькие вот такие рельефчики вот здесь, вот так же сзади рельефчики, и вот такая маленькая остаточная выточка, вот она. 100 раз мы это проходили, она у нас называется идеальная выточка на канале. Накладные карманы без подкладки, просто обычная ткань, вот так вот оверлоком обработана и настрочена сверху на машинке. Воротничок такой пиджачный. Но его можно было делать любой формы, абсолютно любой. Хоть сюда уголки, хоть туда уголки. Если кто готов носить вот так вот его только с чем-то, можно пониже делать эти пуговицы первые. Но я сделала так, что можно было бы одевать и так, и так. Без рукава. Жилет вот такой, такой жакет-жилет без рукава. Это, ну, мне всегда нравилась эта тема. Сначала его хотела сделать со шлицей, потом подумала, из хлопка шлица не очень, лучше сделаю вот такую доставочку. Эта доставочка как-то сделала этот костюм, ну, не таким продольным всем, потому что это было бы скучно. Ну вот, я разделась, переоделась и хочу вам показать свой костюм на столе. Брючки, рассматриваем брючки, гульфик. Вот такой вот очень абсолютно ровный карман. Видите, линия какая ровная, вот эта линия входа в карман. Полоска наложила на нас то, что нам пришлось очень много сделать ручных работ. Как бы эта ткань не располагает к ручным работам, но как бы ты вот так поперек строчил на машинке, на что бы это было похоже, каким цветом ниток. Если бы светлая, она темным бы выделялась, ну некрасиво. Короче, из-за полоски все пришлось подшивать потайную, вот что я хочу сказать. Хочу показать вам, как все сделано. Видите, как сделан карман? Все окантовано. Такой же окантовочка, как и подкладка. Видите, как красиво, да? Видите, как сделан гульфик? Эта часть покрыта подкладкой, чтобы не с ней было очень толсто. А вот эта часть окантована точно такой же, как и сама подкладочка. И вот этот вот кантик по поясу сделан точно из того же, что и у нас мешковина кармана. Ну, больше здесь в этих брюках ничего такого нет, чтобы я вам показывала. Низ подшит в потайную. Вот этот момент хотела вам показать, как красиво получается, когда все из одной ткани.
можно было дополнительную купить окантовку и окантовать, а можно было сделать окантовку из этой же ткани, что и мешковины. Видите, как все здесь красиво изнутри получается. Убираю брюки, переходим к моему жилету. Ничего особенного здесь нет. Впереди небольшой рельеф, боковой шов, сзади небольшой рельеф, маленькая выточка. Небольшая обтачка, которая подшита в потайную. Вот она, подшита в потайную. Очень комфортная пройма. Подборд у нас, видите, поперек полоска, потому что нам надо было вот добиться вот этого эффекта. Здесь, видите, она продольная, а здесь поперечная. Снизу поперечная. Да, и хочу показать, какой красивый воротничок. Смотрите, вот на это место хочу, чтобы вы обратили внимание, вот сюда. Видите, какой красивый воротник. Вшит воротничок, видите, как уголочком. Вот он, уголочком. Как бы вот такие круглые воротники, но я не совсем приемлю. Вот здесь под воротником не хватает жесткости. А так, видите, как хорошо. Здесь очень хорошая формоустойчивость вот у этого места. Ну, все так, больше показывать нечего. С лица у нас вот эта полосочка по низу. Ну, сделала немножко такое, как будто из-под жилета еще что-то выглядывает по поперечной полоске. Здесь продольная, а это поперечная. Все вам показала. Я надеюсь, что мое видео вас вдохновит сделать ну, что-нибудь ну, чуть-чуть немножко необычное. Будьте разнообразными, не похожими сами на себя изо дня в день. Думаю, что наши уроки помогают вам в этом. Ставьте лайки, делитесь нашими видео. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан. Всего хорошего. С вами были мы, Паукштрина Михайловна и вся наша команда.